Sanwind SD621 – компактный видеорегистратор с разрешением Full HD. Устройство поставляется в фирменной коробке и комплектуется креплением на лобовое стекло с магнитом-держателем, зарядным устройством с коннектором под прикуриватель, документацией и гарантийным талоном. Регистратор выполнен в прямоугольном корпусе из черного пластика. С тыльной стороны располагается IPS-экран с диагональю 3 дюйма и разрешением 640 на 320 точек. С фронтальной стороны установлен объектив с углом обзора 160 градусов. Разрешающая способность матрицы составляет 2 мегапикселя. Съемка видео ведется в разрешении Full HD при частоте 30 кадров в секунду. Кнопки управления настройками разместились на правом торце от экрана. Кнопка включения сверху. С левой стороны вынесен разъем для кабеля microUSB на USB-A, который позволяет подключить регистратор к компьютеру или ноутбуку для просмотра отснятого материала на большом экране. Также здесь есть слот для карты памяти, максимальная емкость которой ограничена 64 гигабайтами. Теперь посмотрим на комплектное крепление. Оно обладает магнитным коннектором для быстрого монтажа и демонтажа регистратора. В основании предусмотрен порт microUSB для зарядки от комплектного кабеля, присоединяемого к автомобильной розетке прикуривателя на 12 вольт. Регистратор будет автоматически включаться при получении питания от прикуривателя и начинать вести запись. Из функциональных особенностей отметим наличие G-сенсора, что позволит регистратору автоматически начать запись при распознавании удара по корпусу автомобиля. В этом случае файлы сохраняются в отдельной папке на карте памяти и исключаются из цикла перезаписи.